29 июня на втором этапе региональной конференции «Единой России» в Твери делегаты проголосовали за выдвижение Игоря Рудени кандидатом от партии на должность губернатора Тверской области. «Единая Россия» также назвала своих кандидатов депутаты законодательного собрания региона. Подробности у Натальи Чекет. Первоначально список кандидатов на должность главы региона включал три позиции. Действующий губернатор Игорь Руденя, глава Старицкого района Сергей Журавлев и ректор ТВГУ Людмила Скаковская. По итогам голосования был избран Игорь Руденя. Таким образом, на предстоящих выборах 19 сентября «Единую Россию» будет представлять действующий губернатор. Определены приоритеты, определены кандидаты, формальные процедуры практически завершены. И самое главное, что сегодня было сделано, это было полное одобрение, полное решение, и теперь будем трудиться. Кроме того, Игорь Руденя возглавил и общеобластную часть списка на выборах депутатов законодательного собрания Тверской области. Помимо губернатора, в пятерку лидеров от «Единой России» вошли советник президента России Владимир Васильев, директор добровольческого центра «Мы вместе» Юлия Саранова, сенатор РФ Андрей Епишин и генеральный директор «Волжский пекарь» Лилия Корниенко. Подводя итоги конференции, Игорь Руденя отметил, что у сформированной сегодня команды есть реальная программа действий. В свою очередь Лилия Корниенко высказала мнение о том, что сейчас также важно заботиться о людях. Это забота о людях, кроме материальной, есть еще другая забота. Материальная – это правильно, это да, это делается, это большие дела, о которых заботится наш президент Владимир Владимирович Путин, наш губернатор, наши депутаты Государственной Думы. Это все идет, это большие дела. А наши с вами дела на местном уровне, в регионе – это вот отношения. Отношения к старшему поколению, отношения к детям, отношения к больным. В списке Тверской «Единой России» в законодательное собрание по региональным группам и одномандатным округам много новых лиц. Среди них работники медицины и образования, представители общественности и СМИ, учреждений культуры, работники сферы социальной защиты населения, спортивных организаций, депутаты регионального парламента. Советник президента России Владимир Васильев отметил, что в Тверской области заложена необходимая основа для развития региона. Я убежден, что вот это соединение дел, о котором докладывал губернатор, в нашем законодательном собрании. И то настроение, которое мы видим в партийной организации, и самое главное, тот экзамен, который прошла команда на праймерис, произошло обновление определенное. И как отмечал сегодня Игорь Михайлович, у нас сегодня в нашей команде есть и опыт, есть и молодость, задор, есть система. Представитель Тверской области в Совете Федерации Андрей Епишин отметил, что команда Тверской «Единой России» доказала свою эффективность, в том числе в самый сложный период пандемии. С самого начала пандемии, вы знаете, что наша дружная команда на самом деле четко организовала работу по ограждению населения вот от этой напасти. У нас не просто проводилась работа, не просто мы занимались экономикой, мы развернули у себя производство средств защиты. Особенно такие вот сложные периоды в истории нашего государства, нашей области показывают о том, как может команда справляться. Напомним, что в список кандидатов от партии был сформирован по итогам праймерис. Игорь Руденя особо подчеркнул, что «Единая Россия» – единственная политическая сила в стране, которая провела открытое предварительное голосование. В регионе в нем приняло участие свыше 105 тысяч человек. Лозунг «Единой России» на выборах – защита, забота, развитие. Мне, конечно же, в этих трех словах самым близким является слово «забота». Потому что в нашей работе, работе некоммерческих организаций, добровольческих объединений региона, забота стоит на первом месте о тех людях, которые ждут нашей помощи и поддержки. И таких очень много. Я рада, что у нас есть сейчас возможность развивать именно это направление и создавать такую команду тех, кто будет неравнодушный и продолжать будет поддерживать наших людей. Напомним, Игорь Руденя был назначен на должность временно исполняющего обязанности губернатора Тверской области 2 марта 2016 года. 4 марта он был представлен общественности, региональному правительству и депутатам законодательного собрания. Затем от партии «Единая Россия» был выдвинут кандидатом на выборах губернатора региона. На них он одержал уверенную победу. 23 сентября 2016 года Игорь Руденя вступил в должность губернатора Тверской области на первый свой срок.